ЧП в Северо-Казахстанской области. Пострадавший во время взрыва газового баллона мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Он получил ожоги 90% поверхности тела. Несчастный случай произошел в одном из сел Есильского района. Все подробности у Нургуль Алиной. Мощный взрыв 5-литрового баллона на газозаправочной станции в селе Явленко прогремел на всю округу в минувшие выходные. Выяснилось, что работник занес его в помещение и поставил рядом с батареей. В результате взрыва на АЗС начался пожар. Работник заправки, мужчина 81-го года, занес в помещение операторский 5-литровый газовый баллон. Он предназначен был для измерения газа. Впоследствии поставил его в операторской около отопительной батареи и произошла разгерметизация баллона с дальнейшим воспламенением газовоздушной смеси. И в дальнейшем произошло пожар. Данный работник получил ожоги буквально около 90% поверхности кожи. Пострадавшего экстренно доставили в районную больницу. На сегодня его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Сообщается, что транспортировке пациент не подлежит. По факту возбуждено уголовное дело. В 14:48 бригада скорой помощи с места пожара в приемный покой Явленской центральной районной больницы доставлен пострадавший пациент, мужчина. В тяжелом состоянии, в крайне тяжелом состоянии, в результате пожара получил ожоги открытым пламенем. Площадь поражения 80-85%, степень ожогов с третьей степенью ожогов. Это сейчас идет борьба за жизнь пациента. Отмечается, что с начала отопительного сезона в Есильском районе зарегистрирован 30% рост числа пожаров по сравнению с прошлым годом. Материальный ущерб вследствие 13 фактов возгорания составил 6 700 000 тенге. Всего в регионе с начала года произошло 62 пожара. В результате погибли 8 человек. Нургуль Алина, Дамир Искендиров, телеканал Алматы, Североказахстанская область.